Здравствуйте, мы находимся на Увеке. Здесь проходит праздник Укек. Здесь очень красивый вид. Много народу. Привет 16-й школе! Передаем привет бабушке Але. Она сейчас в Санкт-Петербурге, поехала к своим внукам, к моей сестре. Передаем племяннице Варе привет и племяннику Лене. А также хотим поздравить с днем рождения Алексея. Это муж моей сестры. И пожелать ему здоровья, терпения и успешной работы. Очень классное мероприятие, нам очень понравилось. Всех саратовцев поздравляем и хотим передать привет. Привет! Привет, Надя! Привет Волгограду, если он нас смотрит. Добрый день, мы находимся под огромным впечатлением. Мы – это медико-биологический лицей, я и мои дети, 150 человек, которые я с удовольствием привожу сюда уже не первый год. Находимся под колоссальным впечатлением, потому что вопросы патриотизма, которые являются, наверное, приоритетным сейчас в воспитании, здесь решаются как нельзя лучше. Красочное, интересное, насыщенное зрелище, костюмированное, на любые вкусы. Дети играли и любовались концертными номерами, и пробовали национальную кухню. Те люди, которые придумали, которые организовали это и которые проводят это ежегодно, великие молодцы. Спасибо огромное.